Мария Анна Грегорова. Сегодня мы приехали в Алмаз к нашей няне. Мы заходим к ней на работу, говорим: девушка, сделайте нам кухню на миллиончик. Мы тут себе заказали. Я себе ванильный коктейль заказала, ну шейк. И тут, смотрите, какая... Не наклоняй, Гришечка. Не наклоняй. Вот так вот бери. Захотели они донаты взять? Пончик. Да. Я еще никогда пончиков не ела. Донаты называются. Ну, как всегда, любимую картошку фри они не смогли пройти. Только сегодня что-то Гриша наггетсы не взял. Вот, решили перекусить. Я себе цезарь-роль взяла и капучино. Сейчас мы перекусим. Зашли в детский мир, зашли еще в игрушечный отдел. И, естественно, набрали опять игрушек, зашли в книжные. Все это мы покажем попозже. Ой, какая чумазейка. Вытирайся. Вытрись пока, я потом тебе влажные салфетки дам. Он пончик поел. Вот, там озеро. И фонтанчик какой. Вот фонтан, видите? Это фонтан. Это озеро. Стоянка там, там всякие здания. Вот это очень интересное. Это что-то вроде завода, точно, завода много. Так, вон он. Смотрите, покажем вам машинки. Мы приехали в Алмаз и пошли по магазинам. Мама сказала, ничего не будем покупать. И я по всем магазинам детским нигде не видела фигурок животных. Там всяких тигров, собак. И только в Читай-городе, в книжном, я увидела вот таких вот няшечек. Именно то, что нужно было. Это тигренок, а этот собака породы. Акита, да? Акита, да. Акита, ну, что ли? А мне собачка. А мне собачка. Вот такая вот. Я ее Хатика назвала. Вот такая вот собачка. Теперь Гриша открывает один наборчик, пока я открываю. Так. Будешь открывать? Да. Ты снимаешь? Как мне повезло, это девочка. Мальчик. Вообще лабрадор мальчик. Осторожно, осторожненько. Лабрадор. На, еще вот эти. А, это типа этот. Там что-то собирать надо? Нет. А, пушка, ничего себе. Это прямо пушка? Дай посмотрю. Кстати, дома я такой коричневый пушка. Это гранаты, да, наверное, или что? Снаряды для пушки? А второй наборчик такой же, да? Кажется, мы неправильно... Так, вот я открыла. Такой вот тигреночек. Вот такая вот собачка. А это вот русские солдаты, а это их противники. А у Гриши вот солдатики, пушка, пушка вот такая вот и противник. Что ты сделала? Я запустила. Это надо как-то ударить, вот запустить и ударить. Гришечка, вот тут еще. Она улетела куда-то туда в неизвестном направлении. Они еще и стреляют, эти пушки? Они очень далеко стреляют, там вообще через два стола. Сейчас пойдешь, найдешь? Пойдем. О, вот мои. Солдатики. Вот я распаковала. Эти какие-то бандюганы прямо вооруженные. Это русские солдаты в ушанках. Вот, а я вот уже распаковала. Вот такой вот тигренок. Он похож на тигренка от Шляйки. Классный. Солдат побеждает. Извини, Гриш, больше я не буду стрелять из этой пушки. Найдешь. Я ее подняла, ударила. Их уже еще много. Гриш,
Только куда мы их сложим? У меня есть предположение, что она как будто в еду улетела. Вот и у меня такое же. Куда мы сложим солдатик? Вообще. Солдатик не улетел. Все, мы его убили. Ура, русским! Ура, русским! О, вертолет! Владелец! Высоко, я его отстрелю. Ой! Будешь ее застасли или будешь? Эмоционально играет мальчик. Кап. Он возможно. Ребята, мы забыли вам показать. Мы еще купили целых ответов. Так, сейчас покажу. Вот тесто для хлеба. Он, кстати, вроде бы засыхает. Да? Не знаю, в общем, купили лепить. Раньше Гриш, когда был маленький, ему очень нравилось. Так, дальше, ребята, мы купили Гришу вот такие вот две, у него апельсиновая, у меня клубничная. Какую будешь? Вот эту. Это конфетки или жвачки? Да, мы сейчас посмотрим, что это такое. Там зеленая полоска. А, это 4 конфетки. Вот таких вот. Жевательных, да? Губль-гум. Мама все развалила. Там жвачки, это, по-моему. Давайте откроем. Сейчас он справится, пусть. Открыто. А Гриша там... Мам, я тебе дам попробовать. На, свою апельсиновую жвачечку. Это мы купили Грише пальчики развивать. В общем, я не знаю, бусики, браслетики делать. Соединять тут такие овальчики. А это нанизывать. А на веревочку, на шнурочек. Тоже пальчики будет развивать. Развивать речь мы решили заняться развитием. Там формочки для теста. Тут даже стейки есть. И стейки, и есть маленькая такая. Вот. Катать тесто. Вот дальше мы купили вот такую вот, тоже Гриша пальчики развивать. Вот всякие картинки, которые можно... Прям как у нас в детстве были такие мозаички. Мы взяли именно вот эти маленькие, кругленькие. Начинали собирать, и вот тут вот смотрите. И мы купили бабушке такую вот книгу про сад, про урожай. Поющий фонтан, музыка затих. Цветочки называются мак. Вот у них красота такая растет. С маками. Играй на грустных клавишах. На черных. Вафелька со вкусом Орео. Да, мы сейчас Гриша... Прямо китайская, да? Да, из Китая привезли. А еще конфетку покажи. Со вкусом манго. Бери, Гриш, вафельку. Аня тебе дала. Мама, Мне хочу есть кролик. Смотри, какая кисенька. Такая синенькая. Я не кролик. Гриша, кто это? Кролик. Кролик? Это у няни. Это у нее кролик такой. Все хороший. Такой хорошенький. Лили. Аня. Ногти, посмотри сюда. Мяшечка. Такая милая.
Дуняша. По голове, по это, вот аккуратно ее. Ближе к носу не надо, она не любит, когда нос. И не очень любит, когда уши. Потому что их перебивают через нос. И когда уши, это, блин, офигеть, она ее вспорола пол пальца. А! Да. Убегает, пусть убегает. Она царапается так сильно, когда вырывается. Вот такая вот. Все, не смешайте ее, пусть она сама ходит. Пошла по маминым коленям драным. Хвостик такой куцый. Все, садитесь за стол. Стойте. Ой, подскакала, подскакала. Гриша, не надо. Видишь, она спряталась, да? Я морской ёж. Какие у него глаза приклеены. Он колючий, он прям колючий-колючий. Там прям иголки. Гриш, иди потрогай. Хочешь, я тебе на ладошечки его положу? Капец, я боюсь. Поколоться? Он не сильно колючий. Вот так вот сделал ладошки, я тебе поставлю. Снизу он не колючий. Он снизу-то не колючий. На, давай, иди сюда. Вау, нет, 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 ты сильно. Ты настоящий краб. Он не настоящий, он не ходит. Ну, он настоящий, он мертвый, засушенный. Мертвый? Чтобы как иди сувенир потрогай. Был. Он-то не колючий, точно. А потрогай, погладь. Да он не колючий. Ой, еще один поток. На камушке. Откуда у вас столько раз? Так, ребят, мы забыли про мои новинки книжные. Мне мама вообще не говорила, что она купит вот такую вот книгу. Она очень толстая. Называется «Глория Му». По сценарию Бориса Акунина. Это про девочку, да, какую-то. Можете поставить на паузу и прочитать. Потом в этом же магазине я у мамы попросила выделить книжечку. Вот тут вот написано «Вышедшие книги серии». И вот тут вот показано, как читать. То есть самая первая — это «Стань диким», а у меня вторая. Я не смогла найти первую, но надеюсь, что я ее найду. А уже в самом последнем книжном магазине мы купили вот эту вот книжку. Она называется «Девушка из чернил и звезд». Мне ее посоветовала подруга из лагеря. Она про девочку, хотя называется «Девушка». Вот. Она дочь картографа, вот, и вот я вам сейчас немного зачитаю. Ты же начала читать, ты расскажи о чем. Ну это, короче, это вообще роман в стиле современного магического реализма. Вот. Ну, очень интересно. Вначале это вроде как не интересно, а вот с четвертой главы это вообще класс. Вот. Тоже вот с ними. Можете описание, можете почитать. Поставить на паузу, почитать. Это все мои три книжечки. Вот так вот мы провели наши выходные. Ездили в Алмаз, были в Бургер-Кинге, ходили по книжным магазинам, потом к бабе. Чуть-чуть поночевали у бабы. И к няне. Вот так вот. А потом домой. Всем пока!